Друзья, лоб хотим снять. Головку хотим снять, отсоединить от блока. Все, это последний круг. Ну, они последние, но они не откручиваются. Почему? Ты на сколько хочешь забить? Девятку? Восьмерку. На десятку, да? На восьмерку. Может, девятку. Это же... Нет, девятка не пойдет. Я думал, там десятка, и ты восьмерку забиваешь. Девятка-то пойдет, она прокрутится. Чуть-чуть она даст тебе форму. Уэд мастер, я вовремя его остановил. Но хочу разобрать саму головку. Она надо только снять крышку, чтобы отсоединиться от блока. Хватит хайпа, хватит, что ты? Хайп. Сейчас ты какой забиваешь? Хайпажер. А вот так можно, да, молотком бить по головке? Если хочешь, чтобы у тебя вот такая головка была, может, с этой стороны тоже начали это делать. Ты моим набором только не подходи близко. Вот, смотри, 4000 дал. Да ты че, Щурик, который 4000 дал, у него используется на руках. Работает, у тебя кыш-кыш-кыш, последняя зарядка была. Это круто, вот это да и Сальха, у Сальха как раз. Вот как раз такая. У тебя тоже точно такой же, да? Смотри, вот этот механизм, что-то там. Потом все работает. А, тебе просто надо свой поставить. А, у тебя то же самое, да? Подожди, здесь батарейки. Мои батарейки здесь. Круто, круто. А у меня поломаны батарейки, потому что я лифт не посадил. Две штуки даже. Мне как раз редуктор нужен был, а здесь походу еще. Ты умный, кажется, со мной оказался, а я. Я сейчас клиент придет за головкой, давай снимаем. Сломай это. Сделай что-нибудь, пока клиент не увидел, как мы с ним издеваемся. А что, чай с сахаром, да? Вот такая операция происходит здесь, а? Здесь надо расселить. Работа. Расселить? Да. А, и то вещи, да, которые у тебя набор с собой бывает? С собой, да, может, есть. Где-то я видел тебя. Может, с собой у меня есть набор. Где его делал? Пистолет Тихогорова. Не, он сейчас возьмет этот, который... Пошел, я заметил. Отломался. Да. Может, аккуратно ее верхнюю часть от этой сделать? Что? Заселить? Подожди, подожди, что-то. Нет, там четкие удары надо делать, такие. Правильно. И потом. Посмотри, трубка заходит, но нет, вот это не заходит. Нет, трубка ничего не делает, она вообще бессмысленная. Да? Еще вот это тоже есть. Вот. Я, короче, что у меня? Закладки пропустила. Я отдал мотористу 9 штук. Вот, головку, молоку, все, короче, вот это. Сделал. Короче, походу, семерку забивали мы. На восьмерку. Семерку забивали на восьмерку? Вот и... Вот сейчас зашла ли она сразу? В итоге была. В наборе кто-то перепутал? Нет. Прокрутилась? Да. Ну, мы ее срезали же. Вот сейчас семерку надо забить. Мы сейчас семерку забивали. Ее по-другому, что можно? Просто просверлить ее? Можно просверлить. Просто просверлить? Ну, сюда еще. И что, запусти сюда, я отдал. Во. Это тоже вышло. Остался последний. Ой. Вот так как сделали, смотри. Алло. Какой вышел, он только серьезный. Не этим, Вот его, электрический. А это что? Это же шуруповерт. Шуруповерт на такие нагрузки не рассчитан. Рассказывай. Вот это не на место крутить. Просто сразу, да, вот так? Ты побольше надо было приложить. Ты по шляпу собрать. Да, вот это мне на то еще дебил не берется. Что такое? А что видишь, это слабое? Сейчас что делать? Сейчас выйди на... Его убрать, да? Сейчас убрать. Полностью сделать его, полностью убрать. Шляпу надо снять. Шляпу убрать? Да, шляпу надо. Я думаю, может, туда ударить сейчас ее на... Ударить. Может, тут заготовить, который откручивает эти вот просверленные. За ней, может, проскочим? Нет. Давай краску. Да, закончился уже. Это оставить не надо тебе. Да. Что можно было просверлить, а расстрелил бы? Ну тебе зачем эту крышку резать? Не надо здесь резать. Все, она уже откручивается. Сама откручивается, откути этот.
Бог. Почему она отключила? Не знаю, она что отключила. Да, да, он отключил. Хорошо. Отключи сюда. Чему и снимешь? Не-не-не, он плоскогубцем возьми, это крути. Если он отключил. Ну, дай, он смотрелся из этого начал отключиться, похоже. Да? Отключился там? Отключился. Плоскогубцы или что? Сними ее, потом эта крышка, когда выйдет, я отключу. Нет, да. Крышку носит. Здесь тоже есть балкон? Здесь, вот здесь есть. Слышишь, Настя? Ладно. Алейкум ассалам. Что, отключился, да? Да. А что там тоже есть балкон? Да. Если он не будет выходить, это проблема. Это какая проблема? Мы тоже, походу, не смогли. Я детям говорю, они, может, это испортили это. От коты. Ну, поиздевались сами. Ой, что? Давай еще один. Нет, он должен открутиться. Мне покажется, тема там тоже, только здесь. Здесь еще или там дают лихо. А какая колеса у вас там уже? Дай тебе. Дубль. Есть же. Здесь. Замороженная тоже, она холодная пока. Закрутить пошел, а вот открутить там, не держится. А этот, по крыше есть, да, этот? Есть, я его. По крышке ты где, это охлад? Крышка, ты это откручиваешь рукой. Куда ты поставил его? Только что было? А это что? Это не возьмет, наверное. Попробуй, да возьми, что у тебя, один штук, что ли, только был? Найди еще. Боком сделай чуть-чуть на бок. Только последний еще раз загрузим. А, может, хотел как там это сделать? Да, маленький. Ну, да. Постучи, постучи по ней. О, пошла. У кого-то были они в продаже. Все уже, больше нету, да? А все равно уже. Давай его откроем. Крышку. Вот Али, дай его открывать. Подожди, она же не вышла. Еще надо там сырье. Это лучше. Это лучше. Нет такой маленькой железной отсюда. Постучать. Постучать?
Курица, да, или чё? Чё-то видно, чё-то? Я думаю, что это присоединяется, ну, хорошо тут. Ну, край, дай ещё. Раз, три. Раз, три, дай. Да, ну, я рано. Ой, да? Давай еще чуть-чуть просверлим. Действительно? Ты сидишь, не мучайся. Вышло? Она хочет уже. Открутилась, да? Ты не отключивай ее, зачем ее отключишь? Курица, да? Да. Что за где-то сильно не запутали. Видимо, этот герметик он держал. Давай, давай. Может, туда саморез закрутит? А там сколько болтов? 8, да? Пошла, зараза. Что интересно, в конце откручиваться начинаешь? Ну, если это резьба, которая... Что за резьба? Ну, сначала следующий маленький дырка, ты же забиваешь, она с обратной резьбой. А надо ее снимать. Да. Вот это граница получается. Сняли, крышку, наконец-то.
какие балконы в Аркуче? Это звездочки, что ли? Это звездочки, что ли? У меня такие звездочки есть, по-моему, 6 гривен.